Добрый день, сегодня анбоксинг. Это кубик 3x3 от компании Moyo, Cubing Classroom Mililong 3C. Как мы видим на коробочке, кубик выпускается в черном пластике, белом, в колорной версии и с карбоновыми стикерами, что я считаю не лучший выбор, скажем так. Я специально достал обычный Mililong, чтобы сравнить. Причем их состояние будем оценивать прямо из коробки. Я, конечно, несколько сборок на Mililong сделал, 3C, которые вот в коробочке, помимо того, что нет дополнительного элемента, здесь находим очень-очень маленькую инструкцию. Такое вот внимание не заслуживает. Сам кубик, матовый пластик. Достанем обычный Mililong и посмотрим, есть ли у них хотя бы визуальные отличия. Как бы не перепутать. Справа Mililong, слева Mililong 3C. Внешне, по-моему, они абсолютно одинаковые. Я еще не сравнивал. Но выглядят они именно так. По вращению. Делаем 6 пип-пафов, делаем Т-ферм. Вращается. Вращается. Особой разницы не вижу, если честно. Мы помним, что не так давно я делал видео про Warrior S, Sail V. Это усовершенствованные версии бюджеток компании Qi. Конечно, купил Mililong 3C, для того, чтобы понять, можно ли рекомендовать этот кубик как самый первый. И пока вот каких-то вот диких отличий я не вижу. Давайте вскроем, посмотрим настроение. Я специально извлек детали с разных сторон, чтобы их не перепутать. Вот внешне. Левый Mililong 3C, правый обычный Mililong. Так вот визуально разницы не видно. Давайте отдельно детальки изучим. Опять слева Mililong 3C, справа обычный Mililong. Я разницы не вижу. По-моему, абсолютно одинаковые детальки. Смотрим на уголки и убеждаемся в том же самом. Это абсолютно одинаковые углы. Возвращаемся к внешнему виду. Слева 3C, справа обычный Mililong. Но одинаковые же кубы. Возвращаемся к коробкам. Думаю, вдруг я балбес. Справа обычный Mililong, слева Mililong 3C. 3C, явно написано 3C. И ассортимент кубиков гораздо выше. Да? Ну как гораздо? Ровно на один карбоновый. И что это получается? Что это одинаковый куб под новым именем? Либо производитель перепутал кубики и положил мне в новую коробку старый. Либо это сделал продавец. Либо это такой пиар-ход, который позволяет заново заинтересовать покупателей новым кубиком. То есть если Warrior S, Sail V, они внесли там достаточно значительные изменения, сохранив старое название, ну, добавив какую-то буковку, то здесь название как бы новое, ну а кубик тот же. Это не делает чести компании Moyo, как я скажу. Будем надеяться, что это просто ошибка. И положили не тот куб, не в ту коробку. Те, кто заказывал Mililong 3C, сравните свой кубик с моим. Если это действительно так, то стыдно компании Moyo, стыдно. А если нет, то значит... меня кто-то обманул.
Ну, соберем кубик на всякий случай. Вдруг как-то по сборке он будет отличаться. Нет, все тот же самый Милонг. Неплохой кубик, без магнитов. Как-то вот так. Грустно, печально, но ладно, что поделать. Напишите, кто сталкивался, действительно ли это так. Возможно, где-то компания Moe что-то объявляла. Не знаю. Но пока это одинаковые кубы, покупать не рекомендую. Естественно, не рекомендую, если у вас уже есть Милонг. То есть этот кубик точно такой же. Но если у вас нет никакого, то без разницы, какой взять первый. Это же одинаковые кубики. Какой дешевле, тот и берите. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.